В преддверии Дня России Тверское региональное отделение Союза машиностроителей России и Тверская торгово-промышленная палата подписали соглашение о совместном решении вопросов в рамках поддержки развития предприятий региона. О том, какие новые возможности это открывает перед участниками договора, в нашем сюжете. Подписанное соглашение позволяет совместно действовать двум крупным общественным организациям для разработки и реализации экономических программ и проектов. Это, в свою очередь, важно для того, чтобы развивать отрасль машиностроения в регионе и поддерживать представителей бизнеса. База, которая сегодня заложена в данном договоре, позволяет прежде всего выстроить систему взаимодействия идей производственников, чтобы мы сформировали нормативно-правовую базу. Тверской вагоностроительный завод составляет основу Тверского регионального отделения «Союзмаш России» и является членом Тверской торгово-промышленной палаты практически с момента создания этих организаций. Совместная деятельность помогает создавать благоприятные условия для развития промышленности, эффективно взаимодействовать с органами власти и использовать господдержку. Вся наша деятельность совместно с торгово-промышленной палатой как раз направлена на помощь, взаимопомощь, поддержку бизнеса нашей отечественной промышленности. Сейчас на заводе изготавливаются электропоезда «Иволга», разработанные российскими инженерами на основе самых передовых технологий. И собираются они из отечественных комплектующих, которые поставляют 960 предприятий, работающих в различных регионах страны. Символично, что «Иволга» выполнена в цветах российского флага. В таких сложных конкурентных условиях, что ли, завод одерживает победу в чем-то, да, и дает возможность развивать транспортные сообщения у нас внутри России и прежде всего обеспечивать комфортабельным и удобным и безопасным видом транспорта. А совсем недавно с завода ушла первая партия пассажирских вагонов, изготовленных специально для египетских железных дорог. Весь подвижной состав разработан по техническому заданию заказчика. Всего договор предусматривает изготовление и поставку 1300 пассажирских вагонов различных моделей первого, второго и третьего класса. Все компании, которые задействованы при производстве подвижного состава, вносят огромный вклад в валовый региональный продукт. Все работы по производству вагонов в связи с распространением коронавирусной инфекции проходят с соблюдением противоэпидемических мер безопасности. И это не мешает заводчанам укладываться в сроки, выполняя обязательства перед заказчиками, выпускать качественную, востребованную продукцию.